Спустилась ночь, уснули пастухи. В углу неслышно догорал костер. Мерцали вдалеке огни, никто не знал, ведь мир был так далек. Никто не знал, что в эту темную ночь придет на землю царь, спаситель мира. В углу неслышно догорал костер. Он был готов прийти, Мессия, царь всех царей, Господь Владыка. Он маленьким ребенком пришел в мир, и освящался хлеб от его лика. Настолько милым и любим он был. На небесах сияла яркая звезда. Хор ангелов спустился с неба, и побежали пастухи туда, там, где сияет яркий лучик света. Вот видят хлев, а в нем и ясли, у матери младенец на руках. О, люди, о, какое счастье! Сияет искренность в его очах. Он был младенцем, что родился в яслях, в хлеву убогом у простых людей. Еще тогда мы ведь совсем не знали, что будет он любить нас, как своих детей, что он откроет нам обитель неба, пойдет на крест позора ради нас. Он защищает, наблюдает, где б ты ни был, и любит, милует, прощает всякий раз. Открой сейчас свое ты сердце Иисусу, тому младенцу, что рожден тогда. Он видит скорбь и видит твою душу, где б ты ни был и где б ты ни была. Аминь.